Представляем вашему вниманию видео, собранное нами кабиной S-Bahn 115 CR правый вариант. Размеры кабины 115 на 85, высота 210 сантиметров. Форма кабины асимметричная, на низком поддоне. Стенки, крыши и двери изготовлены из каленого стекла толщиной 5 мм. Акриловый поддон с антискользящей поверхностью установлен на металлическом каркасе с регулирующимися ножками. Задние стенки обрамлены в алюминиевые профили, что обеспечивает дополнительную жесткость и плотные соединения элементов кабины. На крыше располагается вентиляция и лейка тропического душа, на стенке установлена штанга с ручной лейкой на длинном шланге и мыльницей, высоту лейки можно изменять. На другой стенке находится стеклянная полочка со стаканом и ограничителем, шириной 65 сантиметров, а также большое зеркало с фацетом, размером 69 на 38 сантиметров. Пользоваться смесителем очень просто. Верхней ручкой выбирается режим тропический душ или ручная лейка. Поворотом влево или вправо нижней ручкой смесителя настраивается температура воды, а на себя или от себя – напор. В поддоне под хромированной накладкой установлен гидрозатвор в виде стаканчика, который также улавливает посторонние предметы, случайно попавшие в слив. Дверки катаются на двойных роликах очень легко, а благодаря надежным магнитным фиксаторам и силиконовым отсекателям брызг, кабина герметична. Данная кабина, как и все остальные кабины из S-Bahn, отлично смотрится в интерьере заказчика и наверняка порадует его своими функциональными возможностями.